не, они будут русские. Они будут иногда помогать. Заходите. Это написано жестами КНАУ. Це кабінет теоретичного навчання монтажних і гіпсокартонних конструкцій. Я думала, все дуже добре. А все виділяє деньги, правда? Ні. Для двері, столярку всю, вікна. Це все у нас з руками дітей зроблено. Ми нікого не наймаємо. Андрій Андрійович, і він їде на конкурс. В своє час він у нас вчився тут, потім став победителем на всеукраинском конкурсе, кто-то переводит переводчики. И потом мы уговорили директора взять его на работу, потому что только неслышащий может неслышащего ну, как бы понять. Ну, понятно, все понимают, потому что все работают, все в порядке. Но это было интересно, он единственный в Украине глухой мастер в различном навчании. Андрюша, Андрей Андреевич. И в этом году лучший ученик у нас Ярослав. Он едет с ним, именно поэтому мы обращались за помощью. Сегодня вечером мы выезжаем, нам не хватало инструментов. Но дальше вы сами расскажете. Наша команда решила вам помочь, поддержать. Потому что мы очень рады, что наша молодежь чего-то хочет достигать и что-то делать. Это, конечно, очень приятно, что мы где-то не гуляем, не мягко чем занимаемся. Поэтому, ну что, хотим пожелать успехи, перейдем уровень, который вам был нужен для работы. И что вы победили, это самое главное. И вам участие. Счастливо, что все было хорошо. Спасибо вам. Спасибо огромное. Ребята, два слова просто расскажите о себе. Ну, чтобы не я рассказывала, а то, общественная организация, которая старается поддерживать и школы, и детские садики, и теперь вы приехали к вам в училище. И надеюсь, это не в последний раз при поддержке Оксаны Дрыхач. Она сейчас уехала, но мы все равно решили к вам приехать, посетить. И в следующий раз к нам обращайтесь, тоже будем вас поддерживать, мы будем вам помогать. Спасибо огромное. Спасибо вам. Жаль, что я так с Анной Антоновной, потому что в первую очередь я обратилась к ней. А я знаю, ребята, они работают в команде, работают не только перед выборами, работают всегда. Я об этом всегда пишу на Фейсбуке везде, потому что я очень надеюсь, что правда, у нас тут хорошо, мы с вами будем еще лучше. Да, мы посмотрели, как проходила рыбалка, и мы увидели, в каком уровне мы здесь, технологическом помещении, и правильно сказали за Оксану Антоновну, ведряджение и будет ну, не совсем скоро, но она все в курсе нашей сегодняшней поездки, все на контроле, и в дальнейшем продолжаем работать, заниматься теми вопросами, которые я хотел бы сказать, о том, что мы разговаривали, чтобы вот эти дети-победители, о которых вы мне говорили, те, что на конкурсе, вы сконтактируетесь с Сашей, я бы хотел, чтобы про каждого из них сделать какой-то репортаж, чтобы Полтава знала этих людей. Хорошо. Спасибо большое. Ну что, вам успехов. Еще раз успехов. Они не знают, как фолгать нужно. Спасибо. Все, спасибо большое.